Двукратная чемпионка мира по тяжелой атлетике Оксана Сливенко, прежде чем прийти в этот вид спорта, пробовала себя и в художественной гимнастике, и в синхронном плавании, и занималась карате. Но, по словам самой спортсменки, именно к штанге так прикипела, что теперь не оторвать. Одного вида мне как-то вида спорта, то есть карате, как-то оказалось мало, недостаточно. Пошла, попробовала. Ну, на самом деле, получилось все спонтанно, случайно. Трудно поверить, но именно та закалка, которую Оксана получила, занимаясь художественной гимнастикой, во многом повлияла на исключительный успех в тяжелой атлетике. В 2007 году в весовой категории до 69 кг Оксана Сливенко установила мировой рекорд. В сумме двоеборья она набрала 276 кг. Эта победа подарила спортсменке путевку на Олимпиаду в Пекине. Сейчас Оксана усиленно к ней готовится. Составлен план тренировок на всю подготовку. И с учетом ошибок где-то в технике. То есть мы исправляем какие-то ошибки в технике, которые присутствуют у спортсмена. Упор делаем на это. Либо подтягиваем слабые места какие-то, то есть базовые упражнения, больше кидаем силовую выносливость. По словам Оксаны, взаимопонимание с тренером – один из важных моментов на пути к вершинам спорта. За 12 лет у спортсменки сменилось 3 тренера. Бывает очень большое желание поднимать штангу, допустим, у спортсмена, и недостаточно внимания со стороны тренера. Как бы в чем-то не доглядел, в чем-то не досмотрел, или не хватает каких-то профессиональных пониманий и знаний. И поэтому зачастую этого недостаточно, вот это вот. То есть все должно совпасть. Женская сборная по тяжелой атлетике готовится к соревнованиям в подмосковной Рузе. Девушки проводят на сборах по 8-9 месяцев. Оксана выбрала спортивную карьеру и занимается с полной отдачей. Ведь женская мускулатура не так развита, как мужская. Поэтому пропуск одной тренировки может повлечь за собой огромные потери. Ребята уже приблизительно результаты одни и те же стоят уже на протяжении 15-20 лет. У девочек они постоянно прогрессируют. И в каждой стране где-то находится периодически та или иная спортсмен, которая прибавляет и выводит мировые рекорды все выше и выше. Ответственный подход тренера к работе и усидчивость и целеустремленность спортсменки должны дать отличные результаты. Пожелаем им успеха на Олимпиаде 2008.